году Асканов Родион выиграл этот финал. И сейчас посмотрим, чем закончится этот поединок. Беляев Радмир и Казанин Игорь из Республики Алтай завоевали в этом весовой категории бронзовые награды. Так, разведка, схватка началась. Весовая категория до 52 килограмм. Асканаков немножечко идет вперед. Подкрадывается, по-другому и не скажешь. Подкрадывается аккуратненько. Выманивает, раскрывает своего соперника Ломанова. Нижегородская область, Ломанов. Представляет город Кстово. Замечание за пассивное ведение борьбы получает Ломанов Владимир. Ну, потихонечку, да, Асканаков-то Родион все время шел вперед. Все время подходил, поддавливал. А вот теперь даже вот я вижу, что боковой судья предлагает красному наказать. Хотя красный, вы видите, и в ноги прошел, и сейчас и в захвате коленками проверяет своего товарища по команде. Они же выступают оба за сборную команды страны. Здесь они, конечно же, в разных командах. Нижегородская область, Республика Алтай. Итак, замечания у обоих спортсменов уже есть за пассивное ведение борьбы. Пошатнул своего соперника. И тут же в бедро. Бедро, подхват. И сзади атакует Асканаков. Хотя предварительно вот он пошатнулся немножко. В голову пропустил удар. И вот здесь, да, хорошо. Хорошо Владимир ловил. Мог сделать хороший подхват. Не получилось. Предупреждение спортсмен получает в красной форме за пассивное ведение борьбы. И Ломанов Владимир повел встречу 1-0. Замечание у Ломанова тоже есть. И, в общем-то, стоять нельзя никому. Так, дистанции соблюдают спортсмены, не ввязываются, хотя вот вертушка рукой, удар с разворота наотмашь не достигает цели. Асканаков, в общем-то, хорошо начал поединок, но пока еще проигрывает. 2 минуты 6 секунд осталось до конца встречи. Весь пьедестал занят практически Республика Алтай в этой весовой категории. И вот только один нижегородец бьется сейчас и ведет встречу. Имеет шанс быть выше всех сегодня. Не представил арбитра Евгений Мирошниченко, Москва, арбитр встречи. Артур Адамян, Краснодарский край, руководитель ковра. И Торопин, боковой судья. Поближе ребята подошли, обмен ударами. Все, цель это попасть в голову. Акцентированные удары не получилось ни у кого. Вход, захват. Хороший был захват у Ломанова, но он им не воспользовался. Асканаков вышел сверху, проверяет коленкой в бок.
Вот здесь удар по печени наносит. Поединок продолжается. 43 секунды. Контролирует ситуацию Ломанов. Не включает заднюю передачу. Но и не форсирует Асканаков. Вот очень удивительно. В принципе, он проигрывает 0-1. В его интересах активизировать свои действия. Но он вот по-прежнему, как будто у него впереди еще 5 минут, аккуратно подкрадывается. Через голову бросал Ломанов. Не получилось у него. Хорошо выкрутился Асканаков. И вот сейчас будет ли зафиксировано? Нет. Или это после свистка перекат? Будет ли зафиксирована пассивная защита? Если да, то, в общем-то, 2 секунды до конца схватки, и схватка решена. Судья отправляет по углам спортсменов, и они идут смотреть. Они идут смотреть, наверное, предыдущие действия, которые мы вот только что в виде повтора видели. Но, и признаться, ну, надо посмотреть. Может быть, плечом касался, конечно же, Аксаканов. Асканаков, прошу прощения. Вот здесь он прошел в ногу. Нет, ну плечом не коснулся, я бы никому не дал оценки, да, конечно. А вот за запрещенный прием Асканакову объявлено второе предупреждение. Судьи посовещались и что-то увидели того, что не увидели мы с вами. Ну, возможно, только я, а вы увидели. И победителем весовой категории до 52 килограмм, а точнее чемпионом России становится Владимир Ломанов, Нижегородская область, город...